Пенсійні пристрасті у світі. Чому велика кількість країн кинулася впроваджувати пенсійні реформи? І через це викликає величезну кількість протестів. Про це сьогодні відзеркалення. У нас у гостях Сергій Беренда, викладач кафедри міжнародної економіки університета Каразіна. Вітаю вас! Здравствуйте. Отже, останнім часом в Україні особливо набула такої актуальності пенсійна реформа? тут її мають остаточно вже ухвалити у парламенті, і до цього вже була хвиля протестів, яка прокотилася по європейських країнах. Останньою була Великобританія, до цього була ще Греція, де люди виходили, блокували рух транспорту. У нас все більш спокійніше якось це проходить. Але чим пояснюється те, що в великой кількості країн світу зараз почали впроваджувати ці пенсійні реформи, популярні серед народу. Ну, естественно, что основной лейтмотив этих реформ – это либо же продление срока работы и таким образом выход на пенсию, допустим, не в 60, в 65 лет. Естественно, что это никому не нравится, на 5 лет больше нужно работать. Но если говорить о западных странах, западных демократиях, демократиях, то основная проблема почему они это стали делать, это проблема старения населения. И, вы, и причинами этой проблемы в отличие от Украины, хочу это подчеркнуть являются два фактора: Первый это низкая рождаемость и э, увеличивающаяся э, средняя продолжительность жизни. На самом деле Запад стоит перед колоссальной проблемой, э, демографической проблемой. Э, мы не совсем ее, так сказать, воспринимаем, она как-то так далеко от нас, у нас есть свои гораздо насущные проблемы, но для Запада это колоссальная проблема. Эта проблема вызвана и цивилизационным развитием, потому что, допустим, если говорить о Западной Европе, то Количество детей в семье, там, два и ниже, значит, выход замуж или женитьба, создание брака, это после 30 лет. Соответственно, много людей просто делают сперва карьеру, потом семья, многие вообще не хотят иметь детей. То есть это такой, можно сказать, и цивилизационная проблема. Вот. Поэтому для Запада вот эти два фактора, снижение рождаемости, о котором мы уже сейчас сказали, и Увеличение продолжительности жизни связано с тем, что хорошее лекарство, хорошая экология много других факторов, которые влияют на то, что медицинское обслуживание хорошее. И это все приводит к тому, что люди попросту дольше живут. Естественно, возникает разрыв между теми, кто количеством тех людей, которые работают, и те, которые на пенсии. И в результате этого пенсионные фонды этих стран недополучают значительных денег для того, чтобы финансировать, скажем так, пенсии сегодняшних пенсионеров. Ну и плюс ко всему здесь необходимо отметить о проблеме сегодняшнего кризиса, который э, привел к тому, что э, ряд пенсионных фондов гос э, западных государств понесли колоссальные убытки, и в связи с этим нужно что-то делать. Э, и вот эти моменты, эти факторы приводят к тому, что э, сегодня э, пенсионные фонды западных стран испытывают проблемы с тем чтобы выплачивать пенсии но в европе пенсии это действительно деньги на которые можно жить не побираясь правильно совершенно по сравнению верно. с нашими пенсиями совершенно верно здесь понимаете, как нельзя сравнивать нашу систему и западную систему дело в том что допустим ну, ключевое отличие у нас есть исключительно солидарная система и только в частном порядке вы можете накопить накопительную скажем так пенсионную программу реализовать на западе многие многие страны они реализуют накопительную систему и это зависит от того насколько вы хорошо и много зарабатывали настолько вы получаете пенсии но я бы хотел сказать что все таки не стоит вот так развивать идею что на западе прям пенсия такая огромная отнюдь нет я могу вам сказать, что пенсии, они позволяют жить людям, позволяют чуть-чуть откладывать, но их уровень цен, он значительно выше, чем, допустим, украинский уровень цен. И в итоге нам кажется, что это колоссально огромные деньги. Другой вопрос, что очень много пенсионеров на Западе, они зарабатывают попутно в процессе всей своей экономической деятельности, в трудоспособном возрасте, они покупают акции, они имеют, ну, допустим, там, там каждая вторая американская, например, семья имеет акции там американских компаний крупных транснациональных, там General Electric, там McDonald's и так далее. Понятно, что есть спады стоимости этих акций, есть там выплаты дивидендов, не выплаты. Поэтому у них этот вопрос пенсии... Он... они не на одну пенсию да. просто живут, да, вот да. В общем можно делать. и так сказать, и поэтому э, в определенный момент, допустим, когда там не происходит там, индексация пенсии из-за инфляции, в Америке тоже есть инфляция, да? вот. они получают и дополнительный, могут получать дополнительный доход. Я ни в коей мере не говорю о том, что вот давайте дополнительные какие-то доходы получать об украинских, если мы говорим, пенсионерах. Все равно пенсия должна быть, но то, которую платят сегодня, там 800 тысяч гривен, конечно, это ну, нищенская пенсия, и пенсионеров можно только посочувствовать и понимаю, что в будущем ты тоже можешь здесь оказаться в такой, такой ситуации. Поэтому мне кажется, что отличие западных пенсионеров, они больше, ну скажем так, в кавычках защищены. У них есть больше источников. То есть, либо же накопительное, либо же это вкладывание в акции компании, которые потом в дальнейшем придают, приносят доход. Но то, что пытаются перенести эту западную модель пенсионной реформы в украинские какие-то реалии, но при этом больше с негативным подтекстом, именно то, что увеличивается срок для женщин, получается, что у нас женщины слишком живучие для власти, да? мужчины менее живучие, поэтому им пока не повышают, но хотя тоже думают. Ну, вы знаете, здесь ситуация, ну, надо посмотреть на нее с двух сторон. Со стороны давайте государства и со стороны, скажем так, население людей да? со стороны государства проблема номер один в пенсионном фонде нет денег то есть что нужно делать нужно что-то предпринимать потому что ручное управление пенсионным фондом давайте там создадим какой-то один налог да там было там на валюту там давайте еще продадим что-то и э, из-за этой приватизации деньги дадим пенсионный или там заработал нафтогаз давайте эти деньги отдадим опять пенсионным. все это неправильно должна работать система функционировать система К сожалению выстроить эту систему очень сложно на самом деле это требует и времени и денег и опыта плюс ко всему все новое э, нужно, что, время, чтобы обкаталось, будут все равно ошибки, шероховатости. Это э, путь объективный. С другой стороны, можно понять людей, которые там 30 лет, там 40 лет, ну кто сколько работал, вот, и в итоге он получает 800 гривен э, пенсии. Естественно, что это недопустимо, человек на эти деньги не может прожить. И вот здесь возникает антагонизм, противоречие между государством, у которого нет денег, которое не может э, выстроить систему стабильного, нормального финансирования пенсий, и э, людьми. Вот здесь и мне кажется, что а, право людей а, выступать против того, что не просто давайте вот а, отменим вот этот повышение возраста а, женщин выхода на пенсию. По сути дела вот а, если в деньгах разобраться, это не ключевой фактор. Ключевой фактор в том, что платится зарплата в конвертах, с которой на пенсионное отчисление нет. А, в том, что до 50% экономики в тени там тоже никакой пенсии. Офшорная зона продолжает действовать. Совершенно верно. это целый комплекс проблем поэтому вот э, нужно мне кажется все-таки нашим обществом и людям выступать за э, реформы которые имеют комплекс системный характер потому что э, одним только вопросом что вот давайте уберем э, пенсии там как, каким-то заслуженным людям хотя я например считаю если человек заслужил ее он внес там ну там герой украины почему не него не должна быть большая пенсия не знаю, мне кажется, что это должно быть. И, допустим, давайте от них заберем, да, и отдадим всем, опять же, поровну еще по 10 гривен добавим. Но это Один вопрос: нравится. бывшие чиновники, да, какие-то, и другой вопрос, ну, которые так богаты, да. Да. И да. другой вопрос: люди, которые заслужили, являются действительно выполнили какой-то долг. Да, да, это, это очевидно, это нужно понимать, и это, ну, это Но нужно... сейчас хотят уравнять, как бы все. До 10 тысяч. Ну да, но мне кажется, что все-таки, понимаете, вот в масштабах, опять же, страны, вот такая уравниловка, она ну, все равно серьезного, позитивного толчка не даст. Скорее, это такой политический шаг, что вот, ну, представьте, пенсионер получает 800 гривен, ему по телевизору говорят, что кто-то получает там тысячи, десятки тысяч. Понятно, что у него будут, естественно, протестные такие настроения. Даже если эта система градации уберется, на самом деле этих пенсионеров не так много. По сути, вот которые получают огромные пенсии. Ну, безусловно, может быть, наверное, надо их как-то там урезать, потому что ну, не, нельзя так расслаивать население, да, вот даже с точки зрения пенсий. Но все равно какие-то большие пенсии должны остаться. Я считаю, это нормально, это правильно. Но вопрос в другом, что э, реформа, она не заключается в том, что вот этим давать, а этим не давать, или давать равномерно тонким слоем, так сказать, масла размажем по всему бутерброду. Вопрос не в том, вопрос в том, где это масло брать. Вот. вот здесь это э, реформа, это процесс построения э, системы доходов пенсионного фонда, это гораздо сложнее. Это годы нужно на это потратить, начиная от того, что если мы говорим о переходе на накопительную систему, да, то есть вот мы идем ногу со временем западом, потому что наша проблема старения населения, она тоже существует, как ни парадоксально. На западе есть проблема старения, старения населения, у нас она тоже существует, но э, причины э, этой проблемы а, разные. А, у нас проблема заключается в том, что а, у нас а, смертность очень велика и рождаемость а, низкая. В итоге получается, что а, количество старших возрастов преобладает, и они вот как раз пик, допустим, для мужчин. Это там 63 года среднюю продолжительности а, продолжительность жизни украинского мужчины. Естественно, что это самый низкий показатель в Европе. И в итоге получается, что старение населения и там, и там, но причины разные. Солидарная система, она была бы эффективна нормально работала только в тех, той ситуации, если бы у нас был стабильный прирост населения выше, чем смертности. То есть у нас бы был бы рост населения. К сожалению, у нас этого не происходит, население уменьшается. Он бы, может быть, и был бы, если бы был достойный уровень жизни. Совершенно верно. Но мы же видим вот сейчас и потерянное десятилетие 90-х годов, когда рождаемость, не надо там каких-то там исследований сложных делать, в году по сравнению с 91 в два раза больше это рождаемость. рождаемость в 91 год рождаемость два раза меньше упала то есть это катастрофа фактически и э, мне кажется что пенсионная реформа она необходима Вопрос в другом, что вот за вот этими внешними, скажем, да, вот пять лет, я не знаю, мне сложно сказать вот для женщин, я не могу вот на их место стать и утверждать, что это позитив, негатив, потому что больше работаешь, больше и будет пенсия, да, вот. Но это положение женщины в обществе тоже ведь играет роль, потому что женщины в нашем обществе, к сожалению, заработную плату получают ниже, чем мужчины на какие-то должности их в меньшей мере видят, чем мужчин. То есть это своего рода такая эмансипация, если хотите.